Центральная избирательная комиссия закончила принимать документы от желающих пойти на выборы этой осенью. Добро на участие в кампании получила 21 партия. Всего в Госдуму их рвалось 24, но две так и не принесли заявки. Еще одну в ЦИКе не одобрили. В документах нашли недочеты, а партия не стала их исправлять и решила просто отказаться от борьбы за депутатские кресла. Что касается тех, кто с заданием справился, в течение недели Центр избирком должен заверить их партийные списки. Кстати, по ним, спискам то есть, пойдут 18 партий, еще у трех только кандидаты-одномандатники. Сделать свой выбор россиянам предстоит 18 сентября в единый день голосования.